вот упражнение очень хорошо помогает набивать мышечный корсет, развивать скорость удара и динамику вашего движения. Для новичков это упражнение можно делать на макеваре. Я же такое упражнение делаю или на деревянном, или на железном столбе. Слегка верхний удар, верхний, нижний, верхний, верхний, нижний. Можно варьировать, так как я показал. Раз, два, три, четыре. Если есть мышечный корсет, значит, боль не так сильно чувствуется во время спарринга или во время какой-то потасовки, чем у обычного человека, не имеющего никакой набивки, никакого мышечного корсета. Вот так вот.